Сегодня в Серпухове прошел совместный рейд сотрудников Госсадмтехнадзора и представителей администрации по проверке содержания фасадов зданий. Осматривали помещения магазинов и аптек в поселке Пролетарский и в центре Серпухова на улице Ворошилова. Фасады магазинов, торговых бутиков и аптек должны выглядеть аккуратно и ухоженно. Посторонним надписям на них не место, равно как и листовкам с рекламой. Приспособления для парковки велосипедов и урны для мусора должны быть окрашенными, а не ржавыми. На площадке разгрузки и погрузки товаров необходимо убирать мелкий мусор. Следует содержать в чистоте окна магазинов. Участники рейда – сотрудники Госсадмтехнадзора, представитель Комитета по благоустройству администрации Серпухова и член административной комиссии общаются с собственниками и менеджерами магазинов и торговых точек, обращают внимание на недочеты, требуют их устранения. Замечания, на которые собственник не реагирует и не ликвидирует в течение месяца, могут грозить юридическому лицу штрафом. Если не прислушиваются, игнорируют наши требования, то приходится применять меры административного воздействия. Ну, злостный штраф предусмотрен, да, от 10 тысяч рублей. В поселке Пролетарский обращали внимание не только на фасады, но и на содержание прилегающей территории. Трава поблизости с магазином должна быть окошена. В большинстве своем люди относятся с пониманием, что чистоту и порядок нужно поддерживать, несмотря ни на все наши жизненные ситуации. Подобные рейды проводятся на постоянной основе. По итогам сегодняшней проверки явных нарушений выявлено не было. Сотрудники Госсадмтехнадзора ограничились устными замечаниями.